Главное напряжение где находится, вот профессионалы, скажите, где, какие места наиболее, например, плечи, вот эти места трапеция, трапеция, лицо и кисти, это главные моменты. Поэтому если ты ориентируешься на то, что расслабить в первую очередь там плечи, лицо и кисти, ты сразу расслабляешься весь, понимаете, да? Особенно лицо, потому что ну, лице, вот мы привыкли выражать все свои эмоции лицом. И если ты расслабляешь лицо, то все, сразу успокаиваешься. Ботокс отличная вещь. Чумби. Хана, расслабляем. Ага, только в конце, только в конце. Ты начал раньше поворачивать, поэтому тебе развернуло больше, чем надо. Чуть-чуть, вот. Плечи расслабь. Да, левый, ты же больной. Вот, да. О, еще разверни немножко. Наоборот, вот так. Стоп. Еще разок, давай. Здесь, смотри. Вот некоторые, немало, делают вот так, раз, разворачивают. Нет, не надо, тут мягкое движение. Вниз, вверх. Вот я вот пока двигался, вот эти полстройки, я развернулся. Дальше я веду, и в конце заворачиваю. Чуть-чуть. Так, плечи остаются, чуть-чуть отворачиваю. Бей. Чуть медленнее, чем обычно, чтобы успеть расслабиться. Стоп. Раз, два, три. Вот, немножко, да? Стоп. Раз, два, три. Перекручиваешься. Слишком рано начинаешь плечи. Перекрутился. Ты тоже перекрутился. Да. Лопатки, ниндзя отойди, как тест, лопатки немножко сводятся. То, что спарринги мы себе можем позволить только на каких-то суперударах, типа там торнадо, там еще что-то разогнуть. Шугуримся. Постой, постоянно спина вот такая. Натянутая спина, натянутая, осанка, красота. Почему танцоры постоянно вот так ходят? Потому что это красиво. Понимаете, люди это оценят как красоту. Это эстетично, поэтому это красиво. Туль – это искусство, это должно быть красиво. Поэтому так вот туль мы не делаем. Туль красиво, свободно. Вот так вот ходит человек, который закомплексован и зажат. Да, свободный человек. Да? Смей. Стоп! Только концовка. Не удлиняйте сильно руку, просто концовка. Сейчас опять только концовка. Стоп. Раз, два, три. Только концовка. Ты делаешь все движение резко. Прямо отсюда. Хорошо делаешь, но сейчас именно задание, то вот ты прям ведешь и только в конце. Это не обычное движение. Стоп. Не как обычно. Молодец. Вот это сейчас правильно. Еще раз. Это упражнение. Это не значит, что так надо делать тут. Это упражнение. Понимаете? Это одно из упражнений, которое позволяет повысить свое мастерство. Стоп! Не делаешь концовки, напрягаешь, а не этот самый. И вот так просто. Стоп! Ощущение должно быть, что газета в конце. Бум! Разлетается. Стоп! Раз, два, три. Еще раз делайте. Тут сложнее. Сколько надо ставить? И обе руки, вот они. Раз. Пам! Раз! Пам! Да? Вот это движение тоже идет не резко. Вот это не резко. Резко только здесь. Стоп! Раз, два, три. Выпить. Нет. Сделано. И недостаточно резко. Все. А надо было только вот тут. Стоп! Кожа. Вот только эту часть. Ты делаешь вот так. Стоп! Раз, два. Вот. Вообще может быть. Правильно. Именно так и надо делать, может быть. Стоп! В целом правильно. Стоп! Пять. Раз, два, три. Также чикё-маки, только в конце. Посмотрите. Там. Так. Обе руки. Пам. Вот только эта часть. Не отсюда начинать. Да? Стоп! Раз, два. Почувствуйте свое расслабление, когда руку не прошли. Стоп! Раз, два. Стоп! Делаешь резко, но делаешь все движение. А я не понял. Стоп! И сейчас только в конце. Никак вот хочется сделать так.
Вот отсюда, вот как можно позже, но только вот отсюда уже начинать. А надо сейчас развести руки и только потом сделать вверх. Еще раз. Развести руки, начать делать движение, как будто делаешь медленно, и только в конце, бам, когда руки поворачиваются, тогда я сделаю вверх. Стоп. Раз, два. Чего это? Что вы улыбаетесь? Делайте нормально. Еще раз. Это ваши руки. Что вы не можете справиться-то? Я же не говорю делать резко, как у многих не получается. Я говорю, наоборот, расслабляйтесь. И только потом чуть-чуть резко. Стоп. Раз, два. Вот, хорошо, только так должен был попасть туда. В эту сторону, а не обратно. Да. Его надо было держать. Стоп. Специально держать. Хорошо. Стоп. Короче, да, надо было вести его. Да, да. Стоп. Раз, два, три. Вот тут, видишь, не хватает.